ЧП произошло накануне близ поселка Троицке на 69-м километре трассы Оренбург-Илек. По предварительным данным, рабочие в составе бригады субподряда монтировали газовый трубопровод. Когда они находились в траншее глубиной 3 метра, произошел обвал земли. На глазах у двух свидетелей мужчин засыпало грунтом. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, были ли нарушены правила техники безопасности на объекте. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Имеются очевидцы, на глазах которых произошло это. Они будут опрошены, также будет опрошено руководство предприятия. В свою очередь, руководство компании уверяет, причиной трагедии стала дождливая погода. По их словам, за 21 год работы на этих объектах это первый несчастный случай. Это стечение обстоятельств и климатические условия. Тут был дождь и обвал произошел в шурфе. Грунт обвалился. Тут нет никаких версий, это просто несчастный случай. Сегодня назначено судебное исследование для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.